Слова восхищения, любви и признательности в адрес прекрасной половины населения планеты сегодня звучат буквально на всех континентах. Десятки стран уже не первый раз присоединились к акции «Make Her Smile», чтобы лишний раз подарить женщинам повод для хорошего настроения. Красочные букеты мужчины дарили женщинам на улицах городов в Казахстане, Киргизии, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Белоруссии. Студенты крупнейших вузов поздравили женщин в Нью-Йорке и Вашингтоне. Традиционную инициативу поддержали и в Индии. Там дамы получили цветы и подарки. С историей и традициями международного праздника волонтеры знакомили в Гане, Того и Камеруне. К праздничной акции присоединились и наши дипломаты, послы и постпреды России при международных организациях. Поздравления и самые добрые пожелания прозвучали на английском, французском, немецком, испанском, китайском и даже кхмерском языках. Дорогие женщины, с большим удовольствием присоединяюсь к акции «Вам, любимые». Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались. Желаю вам солнечного весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого-самого наилучшего. Congratulations and the words of our admiration go to you, our beloved ladies. Las felicitamos nuestras queridas señoras y señoritas. 亲爱的女士们。 妇女节快乐！ Vi gratulerar er till internationella kvinnodagen, våra älskade kvinnor. Любим вас. И эти цветы в этот день к вашим рукам.